Добрий вечір, шановні миколаївці, шановні земляки. Дозвольте мені привітати вас вже з новим 2018 роком в рамках програми «Розмова на тему». А розмова у нас сьогодні, як на мене, вона повинна бути цікавою, тому що, ви знаєте, відбулася наприкінці минулого 2017 року, відбулася подія в культурному житті Миколаєва. Можливо, вона комусь може здатися такою незначущою, але все одно сторінка в культурну історію вписана. Я маю на увазі вихід в світ чергової книги із серії «Обдаровані мудрістю». Ось ця книга в мене в руках. Вона має назву «Загадочний зебік». І сьогодні разговор будет об этой книге, о том, как шла работа, и что это, самое главное, что это за человек. Совершенно удивительный художник, и поверьте мне, удивительный человек, поскольку царство ему небесное, я с ним общался, мы дружили вот на протяжении четверти века. Сейчас я представлю гостей сегодняшней программы. Алексей Геращенко, я рад вас видеть, руководитель проекта, интересного проекта «Одаренная мудростью», и директор издательства «Иллион» Анна Румянцева. Итак, время у нас есть, но тем не менее. Алексей Семенович, вот как возникла вообще-то эта идея выпуска серии этих книг? Очень кратко, пожалуйста. Вы знаете... Поскольку мне известно, что аналогов в Украине подобной серии о выдающихся наших земляках, ее нет. На областном уровне нету. Угу. Вот недавно мне один из киевлян, который получил книгу, говорит: «Слушайте, так это у вас ЖЗЛ на уровне области». Я говорю: «А что, разве в других областях нету такого?» Он говорит: «Да нет, чтобы вот так о герое говорили 50-60 человек, такого нету. Есть, значит, воспоминания о нескольких человеках, людях там, а вот так То есть нет. Несколько авторов пишет, а то и один автор о конкретном человеке. Один автор, да. А здесь много людей вспоминают, да? Одного человека формируют. Вы знаете, я уже об этом говорил, но я не перестану говорить об этом. И всегда с друзьями, с людьми интересными я разговариваю и говорю, что... Нет ничего случайного в жизни. Вот получилось с этой серией так получилось. Сын Слава шел ко мне с фильмом о человеке, с которым я работал. Ну, сколько лет там? Несколько. И по дороге кто-то встретился ему и дал книгу о Шамесе. Это преподаватель наших высших учебных заведений. Подарил мне эти две вещи, и я посмотрел, ага, надо собрать ребят, с кем работали мы с этим человеком. Речь шла о Васляеве, областной руководитель. И перелистал Шамеса лекции, 12 лекций. В одном месте, лекции, а в одном месте я встретил такой абзац. «Цей юнак був з тих країв, откуда в Грецию поступало зерно». Речь шла об Анахарсисе. Кто такой Анахарсис? Я не слыхал. Оказывается, 2500 лет у нас в Ольвии. А? Один из мудрецов. А, да, у нас в Ольвии родился в семье скифского царя и гречанки. В молодом возрасте уехал в Грецию. Стал знаменит среди 8 мудрецов мира о нем. И Геродот, кстати, Геродот в Ольвии был, есть об этом. У Геродота воспоминания. И вот когда... Воспоминания есть об Анахарсисе. И вот когда я собрал 17 человек, которые работали с этим областным руководителем, посмотрели фильм, и потом 3,5 часа говорили о его человеческих достоинствах. И появилась книга, так? Вот вы говорили об Анахарсисе, я просто скажу нашим зрителям, что книга об Анахарсисе,
она сейчас, ну, как бы создается, она формируется, она выйдет обязательно, будет ли она 8-й, 9-й или 10-й, вот, но я знаю, что работа идет, и это действительно очень интересно о том, что, в общем-то, Николаев, да, я абсолютно убежден, наш край николаевский богат талантами еще с тех давних времен, и мы уже с вами как-то говорили, вот вне кадра, о том, что мне кажется, что на душу населения Николаевщина наиболее, ну, не хочу сравнивать, может быть, это не совсем красиво с другими областями, но у нас масса талантливых, почти талантливых людей во всех сферах. Вы подумайте только, подумайте, я приведу один пример, что из Николаева, это из Николаевщины, и последний классик, ныне живущий, дай ему Бог здоровья, это Александр Сезоненко, писатель, это и Венграновский, и Борис Мазалевский, кстати, поэт, он с Веселинова, который нашел золотую пектораль, и Леонид Вышеславский, Марк Лисянский, Эмиль Январев, Иван Григурко, Михаил Божаткин, Валериан Юрьев, Виталий Карпенко, Анатолий Поперечный, господи, ну кого еще не звали? Шульженко. Ну, это уже, да, и Шульженко. Ну, я уж не буду говорить о том, что мы когда были молодыми, да, я не знаю, это можно об этом говорить? Да, наверное, можно. Мы заходили в ресторан «Каравелла», и, значит, там на йонике играл Игорь Крутой, на саксе Саша Серов. Да. Вот, а кто-то из братьев Меладзе, значит, они следили за звуком. Это все наши земляки, о которых сегодня знает, ну, не только на пространстве СНГ, знают о них в Европе. И это очень здорово, что именно эта серия, да, вот она каким-то образом прославляет наших земляков и говорит о том, что действительно, как вы говорите, Николаевщина – это территория мудрости. Да, да, сейчас вопрос к вам. Я скажу два слова. Не дает ему женщине сказать. Этому есть объяснение. Николаевщина настолько впитала в себя много разных народов, сочетание, да, 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 это, да. Вот смотрите, совершенно верно, никто не знает, какой процент нас, поскольку эти края были заселены, какой процент нас крови украинской, турецкой, греческой, армянской, русской, еврейской, и вот это вот смешение кровей и позволило выплеснуть прямо десятки талантов. Если дадите слово, потом не я скажу тоже. Вот, ну, я хочу, чтобы... Анна, позвольте к вам так, да, обращаться? Вот вы практически все книги издавались у вас. Что вы можете сказать вот о последней работе? Насколько вам было интересно и сложно работать над, значит, этой книгой «Загадочный Зебек»? Ну, она чем-то отличается все-таки от остальных. Пожалуйста. Отличается. Чем? И интересная работа. Ну, первая книга у нас... была поэзия дерева, она была... Да-да-да. Вот она была, скажем так, она прошла самой легкой. То есть большой коллектив авторов, ну, как-то так было слажено. Вторая книга была попроще, потому что автор был один, Илья Моисеевич Стариков, да, и редакционная коллегия, в общем-то, как-то меньше принимала участие. Последняя книга «Загадочный Зыбик», большой редакционный коллектив... Масса, ну, вы знаете, я могу это подтвердить, потому что, как бы, ну, мне выпала честь быть литературным редактором этой книги, да, не только потому, что я знал этого человека хорошо, вот, и вам интересно было работать, но все-таки она в чем-то была непохожей, да? Да, да, да. А она, сколько было споров? Она была не похожа, потому что у каждого человека, который принимал участие в этой книге, было свое мнение. И вот приходят вечером, собираются на совет, все решают, приходят к одному мнению, на следующий день у нас уже мнение меняется. Ну, наверное, это и есть творческая работа. Да. Я только хотел, знаете, что сказать, что, ну, к сожалению, по объективным причинам в нашей передаче не принимает участие, не смог прибыть на передачу Кузьменко, да? Виктор Тимофеевич. Виктор Тимофеевич Кузьменко, менеджер проекта. Я несколько раз был свидетелем творческих, я бывал не один, и не два, и не 10 раз в вашем издательстве, я присутствовал иногда с правом голоса, иногда без. Я видел, как шла работа, но на протяжении книга собиралась 3 года, без малого, да?
Вот. А печаталась она тоже, наверное, месяца 8. Ну, шла работа, не печаталась. Да, наверное, месяца 8. С июня месяца началась подготовка. Да, да, да. Ну, чуть поменьше. Вначале редакционная, потом но все равно. Макетирование. Ну, я просто к чему хочу сказать, что вот несмотря на все эти споры, это очень интересно. Я вообще люблю, когда книги проходят живо. То есть это, ну, это не скучно, это интересно, это, поэтому получается потом интересный продукт. Вы знаете что, я вот сразу, наверное, скажу, ну, не потому что хвалю, но вот она чем-то отличается вообще, в принципе, от всех. Редакционный совет, да, инициативная группа, я в какой-то степени. Вот мы думали, что художник этот необычный. Мы немножко о его творчестве поговорим через пару минут, да. Вот, он необычный, а раз он необычный, неповторимый, и многие считают, что гениальный маринист, то и книга о нем должна быть необычна. И... какие здесь, на мой взгляд, ну, необычности? Тут, как выражаясь современным языком, несколько фишек есть. Да. Фишка, значит, одна, что композиция ее, это Кузьменко Виктор Тимофеевич работал, отзывы с выставок, потом, да, богатые иллюстрации, но это еще не все. Мы придумали... Иллюстрации, да, стихи, около 90 картин. Около 90 картин. Иллюстраций. Первое, что мы придумали, это то, что сам... уже покойный, к сожалению, художник, комментирует свои фотографии, то, что он нам рассказывал. Он изредка нам показывал свои фотографии и сам их комментировал. Мы попытались с друзьями восстановить, как он их комментировал. Это раз. Момент второй. Значит, мы представили его не только на Марины, но и, значит, и абстрактные работы, и прекрасные натюрморты. Еще один момент – это то, что мы дали впервые, по-моему, я такого никогда не встречал, вот родилась идея дать все варианты названий книг. Здесь, вот видите, она называется «Мы остановились на загадочном зебике», а здесь дано 50 вариантов предложений, да, как ее можно назвать. И последнее мы решили, ну, так сказать, скромность украшает, это я про себя говорю, значит, здесь фильм о зебике, для того, чтобы могли воочию вот загадочный... Смонтирован из трех фильмов, которые в свое время сделал вот. Топчий о нем... Смонтирован один фильм на 27, по-моему. Нет, там 30 минут, но дело или не в хронометраже. Минут, да. Здесь мы его видим, ну, живьем. И такое впечатление, что вот он настолько необычный человек, что такое впечатление, что, ну, в общем-то, он где-то находится до сих пор среди нас. Мы в динамике его видим, слышим. Поэтому я сейчас предлагаю, и картины его можно воспринимать, его Марины, по-разному. И в этом, наверное, есть величие художника, что каждый видит то, что хочет увидеть. Вот сейчас я предлагаю посмотреть небольшой отрывок из фильма «Зебик», да? Как можно по-разному, я думаю, нам в студию звук дадут, как можно по-разному воспринимать его работы. Давайте посмотрим. И знаете, я еще два слова. Шепель, молодчина. Да, автор идеи. Да, он дал идею. Мы не знали, кто такой же. Он дал идею. И мы все подключились. И мы подключились великолепно. Он меня растормошил и так далее. Да, ну, в общем, да. Собрали воспоминания. Да. Хорошо, давайте смотрим отрывочки из фильма. Подчеркиваю особо. Во всех трех эпизодах использованы одни и те же работы удивительного художника-бариниста Владимира Зебика. Эпизод первый. Его философия. Мы изначально обречены на страдания и смерть, и ничто не может спасти ни человека, ни человечество. Наша гибель фатальна, неизбежна, ибо за грехи людские, грехи собственные, расплата неминуема. Про то говорят и море, и эти волны, и поникшие, мертвые паруса. А вот философия второго эпизода. Наша жизнь – это борьба, и побеждает в ней тот, кто сильнее. Кто не боится волны, не боится грозового неба и даже в одиночку отважился вступить в сражение со злом и победил. Посмотрите, ведь здесь ясно написана победа. Эти паруса, это не паруса, это знамена победы.
И, наконец, эпизод третий. Любовь. Мы с вами часть природы, и этой волны, этого неба. Мы часть голубой, грустной сказки, что понятно лишь нам, тебе и мне. И эти паруса, ее тайна, это тайна нашей любви. И пока тайна не разгадана, пока реет на фоне закатов, восходов, свирепых волн, этот парусник — символ нашей любви. Все у нас будет хорошо. И про то говорит голубой цвет, цвет надежды. Повторяешься в своих работах? Вот как ты сам считаешь? Это даже не так просто. Это просто тема одна и та же. А ты думаешь, так вот повтори. Ты попробуй, повтори. Даже просто другой раз повтори. Вот сделай, говорит, вот это. Да не так просто повторить работу. Ну, вот это небольшой фрагмент, но я хотел, чтобы вы увидели его действительно неповторимое Мариной, а то, что это неповторимый человек, можете мне поверить. Если у нас останется в конце программы хотя бы одна минутка, мы покажем еще один сюжет, где уже Зебек предстанет как философ. Вот у него много разбросано, знаете, таких эмоциональных, очень интересных и своеобычных, так сказать, каких-то, ну, можно сказать, прямо афоризмов, их мыслей, которые нигде не повторяются. Что-то вошло в фильм, что не вошло в фильм. Я включил свою документальную повесть в этой книге, но, поверьте, этот человек заслуживает внимания. К сожалению, как говорят, нет пророка в своем отечестве, и вы знаете, у него была выставка Монте-Карло, абстракции, у него были выставки в Америке, шикарный альбом был при помощи того же Шепеля издан в Арабских Эмиратах, если не ошибаюсь. В Николаеве, к сожалению, его мало знали, хотя у него академическое образование. Я хочу обратиться к вам, Аня. Вот смотрите, все-таки будем говорить так, кровью попили и с вас, и Кузьменко, в хорошем смысле, да? Ой, я скучаю. И они друг у друга. Ага, чего-то не хватает, да? Вот сейчас чего-то не хватает. Какие-то 5 копеек я вставлял. Я вполне серьезно. Вот, вы намерены продолжить работу над этой серией, если все будет нормально, да? Конечно, конечно. Алексей Семенович, а можно вот сказать, вот мы не даем рекламу, мы просто говорим, над чем работает сегодня редакционный совет. Это и книга над Анахарсисом, но и должна выйти книга, вот сейчас, в эти дни формируется начало формирования нашим, я считаю, тоже выдающимся земляке, моем друге, вообще друге большинство николаевцев, о Дмитрия Дмитриевича Кремени, верно? Но немножко не так. У нас сейчас уже практически на выходе, На выходе книга о Белом Юрия Александровича. Ну, прекрасно тоже. Это за ним Кремень. Угу. Уже работаем, и если... Один из этих, ну, эти герои так, имели написантов 45, 50, 60, то на Кремени изъявили желание, еще не начали писать, 68 сейчас, и это далеко не все. Можно я напишу? Да? И вы напишите. Ну, мы вот, раньше и много желающих, да. Очень давно. А потом Анахарсис. А вообще, конечно, задумки большие. Много у нас, вы перечислили этих людей, которые много дали Николаевщине. Вот. И, между прочим, я бы обратился к Да, пожалуйста, зрителям. Пожалуйста, да-да. Если есть предложение, давайте. Дополнить этот список, да. И главное, принимать участие. Ведь мы встречаемся с такими фактами. Человек, который, вот о Зебике, да, жил рядом с ним, дача его была, но почему-то постеснялся, или я не знаю почему, а мог бы он многое рассказать. Сейчас, когда попала к нему книга в руки, я наблюдал за ним, когда жена перелистывала и восхищалась, а он стоял такой грустный. Это за кем вы наблюдали? Никто.
Ага, скажу. Все, хорошо. Не скажу, не надо. Хорошо. Это ему не, все, не надо. Все, это говорится без комментариев. Вот еще один вопрос. Вы знаете, вот книга, она тяжелая, да? Вот прекрасная печать, прекрасная, слушайте, вот как удалось... Компоновка чудесная. Да, компоновка. И как удалось вот достичь вот такой удивительной цветопередачи, вот. Вот обратите внимание, даже абстракции тут интересные. Вот как, да, это я думаю, удалось? Сейчас в наше время это не проблема, достигать цветопередачи при нынешней технике. Вот. А что касаемо вот книги самой, да, что мне нравится? Люди, которые издают эту серию, они очень неравнодушны вот к внутреннему содержанию, к текстам. Вот как издателю меня это очень сильно подкупает. Поэтому вот книга получается очень грустно работать, когда идет только посыл от одного издательства. То есть вот принесли материалы и работайте, угу. Вот как работается. Когда это делается совместно с авторами, всегда получается интересный продукт. Поэтому я думаю, это вот, ну, совместная такая удача, поэтому и книги получаются. То есть каждая мелочь, каждый какой-то нюанс, он всегда вызывает какие-то споры, баталии, то есть напряжение. Вот, это замечательно. Я вам хочу сказать, у нас даже в издательстве идут споры между редактором и редактором. Я говорю Виктору, не получаешь ли ты там заработную плату, он же там постоянно сидит. Понимаете, я искренне этому радуюсь. Они не ругаются там из-за каких-то там личных проблем, да, или там... Они просто думают, как сделать лучше, Они да? ругаются из-за того, как вот они вот по тексту, да, по каким-то, а вот вы не сделали то-то, а вы не сделали это, да, вот давайте это сделаем. То есть они постоянно ищут какие-то новые формы, какие-то содержания, то есть это Вы знаете, это я был свидетелем, я просто подтверждение ваших слов, я был свидетелем, как очень интеллигентный Виктор Тимофеевич, ну, переживая почти на повышенных тонах, беседовал с вами, и я думал, все, а я со стороны наблюдаю, я думаю, все пропало, все, полетели вот эти фотографии, этого не будет. И вдруг потом вечером мне звонит, а мы с Анной нашли общий язык. Да. Мы общий язык нашли. Но я думаю, что книга удалась. Забегая наперед сразу, друзья, я хочу сказать такую вещь, что презентация этой книги должна состояться 24 января в библиотеке Кропивницкого, поэтому... Кто знал Зебика, кто интересуется его живописью, вы можете прийти в эту библиотеку. Я думаю, что это будет интересно, может быть, даже намного интереснее, чем наша программа. Ну, конечно, конечно. А да. Вот, извините, еще один сюжет. Я говорил о нем, о Владимире Евгеньевиче, не только как о выдающемся художнике и марионисте, да, вот, но и как о креативно и оригинально мыслящем человеке. Давайте посмотрим. Я выбрал вот так вот, как бы выбрал отдельные кусочки вот его фразы, но цельный образ его, я думаю, что у вас создастся, прослушав вот эти вот совсем небольшой сюжетик. Пожалуйста. В беседе Зебик афористичен. Он импровизирует на ходу, иногда актерствует. Но это его натура, это его собственная мысль. Они не засорены политикой, это свободные мысли свободного человека. То если хочешь быть здоровым, иди в стадо. Туда, в стадо. Вот они все здоровые, вот они и судят. Стадо, у них да? Основная, вот основная оценка это ихняя. Абстракция, когда ты просто ищешь какой-то ответ, но он совсем другой. Искусство очень тонкое. Если ты лицемерить начнешь, то оно никогда не будет понятно ни другим, никому. И ты никогда не заразишь. Вот тот же Врубель, тот же, они же искренне верят, ты понимаешь, там нельзя никакого подлога. Когда кувшин вот так переливается... И вот в это время секунда, когда вот кувшин упал, и вот в это время приливается вот вода. Вот это такая драгоценная секунда. Понимаешь, вот в это время что-то рождается необыкновенное. Чтобы подражать какому-то богам, надо быть выше, чем Бог, потому что Бог это делает
произвольно, а ты должен сидеть как раб, копировать его движение, которое он сделал вот так, как, ну, как ветер, так махнул рукой. То есть быть самому, самим собой гораздо проще. Мне очень не нравится, когда движение вялое, понимаешь? И так много вялых. То есть я очень люблю экспрессивное такое движение. Я оставлю без комментария вот эти короткие его высказывания. Я единственное, что хотел сказать, поскольку фильм включен в книгу, я хотел выразить искреннюю признательность талантливой работе оператора Юрия Борисовича Трегубова, вот, и блестящего монтажера, режиссера монтажа Елизаветы Пазинич. Это наш коллективный, по сути, фильм мы сделали втроем. Вот. Ну, вы убедились, насколько крупный план, насколько интересно передан характер этого человека, у которого ведь очень непростая судьба. Очень Если непростая. Коротко сказать так, во время войны в возрасте где-то 14 лет он вместе с мамой и сестрой был угнан в Германию. Там потерялся, любопытный человек, что-то засмотрелся, потерялся. Попал к Бауэру, работал у него там несколько лет, сбежал, бродил по Европе и жил только за счет того, что он рисовал. Потом, его потом вернулся, его посадили в советские лагеря. Потом он окончил с отличием, окончил высшее художественное училище в Ленинграде. В Москве. Получил квартиру. Квартиру. В Москве окна выходили на Красную площадь. Писал первых лиц страны, получал за картину столько, сколько можно было купить машину в то время. За одну картину? Бросил все, да, Цена за Волги. Одну картину. Бросил Цена все, уехал сюда, жил на косе здесь, и мы не знали, многие, к сожалению, и творил. Ну вот, подводя итог нашей беседы, во-первых, я хочу выразить вам признательность. У меня такое впечатление закрадывается, что мы все-таки наших зрителей заинтересовали и творчеством этого удивительного художника-мариниста, и, предположим, его личностью. Его личностью. Много у нас талантливых людей, и просто надо уметь о них рассказать и иметь желание о них рассказать. А ведь, поверьте, вот этот список, который я вот быстренько вам, так сказать, продиктовал, ведь он далеко не полный. И вы можете со мной дополнить его и сказать, что и у нас действительно, действительно, Алексей Семенович, я на вас ссылаюсь, вы называете Николаевщину территорией мудростью. Сегодня непростые времена, очень непростые, и нет пророка в своем отечестве. Но если вот в эти непростые времена появляются такие книги, продолжается работать над такой серией, поверьте мне, не все потеряно. Не все потеряно. Будем жить, будем творить, будем жить не только политикой. Поскольку, вот вы знаете, у Шекспира есть великий афоризм, что это у Леонардо да Винчи есть. Кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину. Вот здесь, я думаю, что вот эта творческая группа, она все-таки не идет к кувшину, она идет к источнику. Дай вам Бог. Мне приятно с вами сотрудничать, мне приятно, что вы меня включили в творческий, как литературный творческий редактор нас коллектив. Да, что-то мне удалось сделать. Вы знаете, я думаю, что вот о таких новинках, которые вселяют надежду в то, что духовная жизнь у нас бьется, а то, что она развивается благодаря вам во многом, я думаю, что нужно рассказывать. Не хлебом единым жив человек. Спасибо за участие в этой программе. Шановні друзі, я дуже вдячний, що ці півгодини ви були разом з нами. З вами спілкувався журналіст Олександр Топчій. Ну, сподіваюся, до нових зустрічей. І щастя вам у 2018 році.